3D-шоу, но вернее это ночь света в Гатчине, и рендерит сейчас контент на фасад Иорданского дворца. Ну да, это 3D, голограммы и очень много всего. Thank you.
это Ночь света в Гатчине, фестиваль ежегодный. И сейчас я рядом с Иорданским дворцом. На фасад рендерят контент, ну это 3D-мэппинг-шоу. Большую часть контента делали ребята, которые в молодежном центре «Квадрат» занимаются. Ну не только они, здесь много работ. То есть вот сейчас покажу проектор сам. Оп, вот эта вот штука дает проекцию на фасад. Привет. Да, очень красиво. У меня, правда, уже руки онемели, но я все жду чего-нибудь еще тоже очень красивого. Оп. Ребята, кстати, участвуют в номинации фестиваля, за них можно проголосовать. Но по мне так это действительно лучшая инсталляция, ой, извините, лучший мэппинг, который здесь есть вообще. И очень постарались. Здесь несколько медиахудожников работали над росписью фасада Иорданского дворца. Почему же буржуазно? Это еще раз, это 3D-мэппинг-шоу в Гатчине. Это проекция на фасад Иорданского дворца. Еще раз покажу проектор для вновь подключившихся. Вот, вот он. И, в общем-то, мы смотрим шоу. Это делали в том числе ребята из «Квадрат» молодежного центра. Там курс визуального программирования читается. Часть контента вот они делали. Но здесь не только их работы. Вот. Это в Гатчине. В смысле, как в Питере? А где в Питере такое было?
этом ни разу не была, там всегда очень много людей. Мне не очень нравится толкаться, поэтому я всегда такие мероприятия игнорировала. А тут в Гатчине. Здесь не только этот мейпинг, здесь очень много достойных работ. Был тоже классный мейпинг на деревья с драконами. Потом была штука такой сложно объяснять, можно посмотреть в сторис. Трубы, которые реагировали на звук, на дуновение, колебания ветра, генерировали и музыку, и свет. Это не лазеры. Немножко по-другому работают. Просто меня, знаешь, что удивило? То, что здесь стоит реально один проектор, один, и получается такая монументальная штука. Очень живая, очень динамичная, интересная. Ладно, ребята, у меня руки онемели, поэтому я отключаюсь.